Здравия желаю. Сегодня я предоставляю вашему вниманию новую модель. То есть до этого модель была похожа, но слабее. Это мотор я сегодня нашел на свалке. 600 ватт. Поэтому мощность усилилась до 25 ватт. Ну и вращение он 15 тысяч оборотов, тот был 12. За счет инерции, за счет колеса. Также применяем этот зум для зарядки батарей, который дает импульсами энергию, плюс еще добавляем реле Амрон 10 секунд и 10 секунд, что позволяет, видите, что позволяет не брать энергию вообще. Вообще энергии не берется. Ноль. То есть потребление ноль. КПД здесь. Какое КПД? Тут КПД нету. 25 ватт, потребление ноль. Схему я, по-моему, вам уже показывал в предыдущем ролике. По той же схеме, только вместо этого применяем вот для зарядки зумер. И, зумер, значит, импульсник. И плюс реле Амрон.